В ознаменование десятилетия освобождения Чехословакии от германских захватчиков была выпущена монета номиналом 10 крон, весом 12 грамм, серебро 500-й пробы. На монете изображен советский воин, который держит на руках чехословацкую девочку с букетом цветов. И надпись 9.5.1945-1955 годы. Гурт монеты рифленый, мелкая насечка. На оборотной стороне изображен герб Чехословакии. Это лев, шагающий, стилизированный хвостом. И надпись «Республика Чехословенская», Чехословацкая республика. Стоимость данной монеты в зависимости от состояния на сегодняшний момент составляет от 10 до 15 долларов США. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите новые видеообзоры по различным темам коллекционирования.